Арматурщик, маляр, штукатур, бармен, повар и даже охранник. Нет, это не список вакансий на сайте по поиску работы. Это список рабочих профессий, которые могут освоить студенты Казанского федерального университета. В столице республики стартует программа по бесплатному освоению дополнительной рабочей профессии для всех учащихся казанских вузов. Обучение пройдет в соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан. Стоит отметить, что рабочее образование идет в дополнение к тому, которое студенты получают в университете. К слову, такая акция проводится уже не первый год. Изначально они проводились только для студенческих отрядов. В этом году решили провести для всех желающих студентов в Казани. Мы им помогаем, так как штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета тоже трудоустраивает студентов. Обучение дополнительной профессии будет реализовано в виде курсов, которые начнутся в октябре 2020 года. Несколько раз в неделю на протяжении 3 месяцев после учебы студенты будут посещать занятия. После окончания курсов учащимся на руки выдадут сертификат. 2-3 раза в неделю в зависимости от профессии, и в конце декабря уже студенты смогут получить сертификаты о той или иной профессии. Они уже смогут поработать по той профессии официально, трудоустраиваясь, так как свидетельство дает им право работать. К слову, освоить новую специализацию смогут не все желающие. Для студентов будет проведен конкурсный отбор, во время которого состоится собеседование с потенциальными кандидатами, и только самые лучшие получат возможность освоить новые умения. По словам организаторов, получение дополнительной профессии – отличный шанс для студентов официально поработать во время летних каникул. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.